Почему? Мы можем пойти в молодежное кафе. Или в Аэлиту. В Аэлиту нужно занимать очередь с утра. Ну ты послушай, как эта официантка разговаривает. Такие молодые, что официантку оскорбляют, нехорошо. Не теряйте времени, ребята, идите. А что они найдут в Аэлите-то? Да уж, по крайней мере, не найдете там пыльных пальм. Вот этих вот колонн, раскрашенных под мрамор. Этих ужасных плюшевых портьер, которые так и хочется распахнуть. Ой, извините меня, пожалуйста, ради бога, простите. Никуда не уйду. Между прочим, товарищ директор, я еще не допил свое кофе. Не допил, тихо, а? Вы слышите, товарищ директор, не допил? А если бы допил, он бы перебил весь ресторан. Сейчас же уходите отсюда, немедленно. Вы слышите? Я никуда не уйду. Ах, вы не уйдете? Милиция, уведите его. В чем дело? Он меня... карнизом? Он его карнизм! И все, вот результат. Прошу вас пройти со мной. Пожалуйста. Смотри, смотри, улыбается еще, интеллигент. Как великому преподают сейчас 15 суток.